Новый Bentley Continental GT – сплав роскоши и спортивного духа. Благородная британская марка потрудилась на славу. Однако и здесь мода на экономичность не обошла стороной аристократичного автопроизводителя. Continental GT получил новый 4-литровый мотор V8. Он чуть скромнее своего старшего брата V12. Разница — 69 лошадей, в итоге 507 единиц. Еще одна особенность — автомобиль потребляет на 40% меньше горючего. Это наша новейшая технология. Мы разрабатывали двигатель совместно с Audi и добились прекрасного успеха. Здесь несколько особенностей. Так, турбина расположена так, что ее горячая сторона повернута внутрь. Этим мы добились компактности мотора. Также мы установили 8-ступенчатую коробку передач. Визуально V8 GT стал спортивнее. Капот переходит в черную радиаторную решетку с контрастной хромированной окантовкой, а фары как будто украшены огромными драгоценными камнями. Автомобиль получил и новые колесные диски, так называемые черные бриллианты с 8 спицами, которые подчеркивают спортивный дух V8 GT. Размер 21 дюйм. У задней части автомобиля также обновленный дизайн. Изысканный стиль дополняют измененные задние крылья с большими квадратными фарами. Элегантность и роскошь прослеживаются и в салоне автомобиля. Прекрасно выполненная приборная панель, кожаный салон, навигационная система. Установлен новый развлекательный центр с сенсорным экраном, жесткий диск 30 гигабайт. В качестве опции владельцу нового Bentley предлагается установить аудиосистему high-end класса взамен обычной. Разместиться в салоне могут сразу 4 человека. Разгоняется V8 GT до 100 км в час всего за 4,8 секунды. Максимальная скорость — 303 км в час. Расход топлива значительно снижен — 10,5 литров бензина на 100 км. Старший собрат этого автомобиля с 12-цилиндровым двигателем потребляет намного больше — 16,5 литров. Этих показателей удалось добиться за счет установки системы отключения 4 из 8 цилиндров при низких нагрузках, например, когда водитель не слишком сильно давит на газ. Машину делают экономичнее также старт-стоп и 8-ступенчатая коробка передач. В будущем ее планируют ставить и на автомобилях с 12-цилиндровым двигателем. Езда на машине с 8-цилиндровым двигателем особенная. Это сразу чувствуется, когда садишься за руль. Так что мы считаем, что это идеальный напарник 12-цилиндрового двигателя. У нас две машины, и каждый сможет выбрать себе по вкусу. Найдутся люди, которым понравится звук 8-цилиндрового движка, полученные эмоции от езды на этом автомобиле. Клиенты компании Bentley, которым Continental GT с 12-цилиндровым мотором кажется чересчур мощным, теперь могут приобрести более экономичный автомобиль с динамикой спорткара. В Германии он стоит 162 000 евро. V12, к слову, дороже на 22 000 евро.